Если у нас нет права на Хеврон, тогда его нет и на Тель-Авив. Авраам никогда не гулял по улице Дизингоф. Но Авраам жил, умер и был похоронен в Хевроне. И наши притязания на Тель-Авив, который был построен в 1905 году, основаны только на наших притязаниях на Хеврон, в котором мы жили 4000 лет назад.